Ой, сейчас полжизни потеряла. Вышла с квартиры, только стала спускаться, а навстречу собака большая. Ну, как большая, ну, средняя. Этого достаточно, чтобы пересрать. И так неожиданно стала гавкать. Да я развернулась, да побежала наверх. Ну, это соседская, но она меня всегда пугает. Ой, сердце бьется, руки трясутся. А я психанула. Все послала куда подальше и ушла из дома. Хочу съездить в центр города, окунуться в городскую суету, в людской поток, посмотреть, послушать, чем дышит город. Вот сейчас пришла на остановку, буду ждать автобус. У нас до центра минут 20 и на месте. Погода вроде бы нормальная, но поднимается ветер, потому что на завтра-послезавтра передали очередной снегопад. И я не стала откладывать. Поехала сейчас. Так что оставайтесь со мной, кому интересно. Покажу, что смогу. Правда, не знаю, насколько я выдержу. Я же холод не переношу. Ну вот, если замерзну, то сразу убегу. Ну все, я уже в центре и направляюсь сначала на набережную, к морю, на Арбат, а потом на площадь, в последнюю очередь. Площадь вон там, Белый дом. А мне сейчас прямо и налево. Такая суета, суета. Я попала в суету. Все, буду вам показывать, что увижу. Я уже давненько не была в центре. Еще хочу зайти вон в Тираново. Вон хороший магазинчик. Но я туда зайду в предпоследнюю очередь, когда начну уже замерзать, чтобы отогреться. Приехала еще рано, 5 часов, еще ничего не зажгли. Но здесь вот будет красота, такой вот потолок. Иду по направлению к морю, набережной. Вверх. Народу очень много. Ну да, сейчас немножечко похожу и уже начнут зажигать огонечки, и будет покрасивее. Вот такой ресторанчик музыкальный. Вот наш кинотеатр «Океан». Я поднялась здесь на небольшую такую видовую площадку. И с нее можно увидеть нашу набережную. Там он фонтан. Тоже еще не зажгли. Колесо. Чертово колесо. Ой, рука-то отмерзает. Я скажу, прям морозно-морозно. Так. Солнышко садится. Вот так вот все. Так. Что с нашим морем? Посмотрите. Оно замерзло. И сколько людей гуляют. Посмотрите. По морю гуляют. К
Колокола бьют в церкви. Какие-то деревья непонятные. Так, и вот он фонтанчик. Посмотрите, вечером, говорят, он вообще бесподобный. Но я не знаю, увижу или нет. Очень холодно. Я сейчас немножко здесь пройду и на площадь. Ой, меня уже пробивает мороз. Морозно. Тихо, но морозно. Вот закат. Какой красивый закатик. Море все замерзло. Люди гуляют и не боятся. Но я бы не пошла. Вот так вот. Так, туда идти не хочу. Там ничего особенного. Короче, сейчас пройдусь еще по Арбату. Вот такая штучка красивая, зеркальная. И на площадь. Знаете, и правильно, что я ушла. Потому что домашние дела, они никогда в жизни не переделаются. Это неблагодарный труд. Надо все бросать нахер и уходить. Вот такие у нас березки. Ой, шашлыками пахнет. Жарит мяско. Смотрите. Грузинский ресторан. Посмотрите, с каким шикарным бантом. А вход какой. Вот такой бы подарочек, да, получить на Новый год. Шикарно. Все, я поднялась от моря. Иду вверх по Арбату. Площади. Уже начинает все потихоньку включать. Суета. Людишки гуляют. Мороза не боятся. А у меня уже все. Я начинаю замерзать. Меня уже колбасит. Здесь тоже, видите, все должно гореть красиво. Но я, конечно, чуть-чуть рано приехала. Но видите, еще ничего не горит. Не покажу вам никакую красоту. Так, там что-то вот происходит. Ой, раздеваются, танцуют или что они делают там. Посмотрим. А, танцует. Боже мой, кто на что горазд? Это ужас. Это просто ужас. Какие отчаянные. Такое морозище. А, они раздеты. Дети Минингита называется. Конечно, весело, но чревато. Но я уже не дождусь этой красоты. Потому что, наверное, только через час это все включат. Я не продержусь столько. Вот такой дождь с огоньков.
Посмотрите, какая иго-го нарядная. Красавица. Зашла в магазин шоколада. Это моя слабость. Чего только нет. Конфет, шоколад. Подарки. Очень все вкусненько. И вот какая мышь. Это, наверное, рюкзачок. Да, рюкзачок. С конфетками. Такая прелесть. Вот и наша площадь. Уже елочка горит. Такая шикарная церковь. Мост. Правда, здесь такой сильный ветер. О, все уже зажгли. Сейчас пройдем, посмотрим, что сделали для народу. Детей катают. Здорово. Ну да, ничего так. По крайней мере, лучше, чем в те года. Это первый год, когда так вот все украсили шикарно. Правда, вот это вот ступить некуда. Сплошной лед, все закатано. Это они что-то не подумали. Ой, посмотрите. Лошадки. Наш памятник. Ой, ну елка огромная, конечно, шикарная. Красиво. Ой, я так замерзла уже. Ну, в смысле, как замерзла? Так. Дрожь по телу. О, елочка. Красиво, молодцы. Каток небольшой. Детишки развлекаются. Короче, вот так вот у нас на площади елка, огонечки, какие-то там картины сделали. Там вон еще дальше вижу горки кататься. Посмотрим. Очень много туристов, иностранцев. Вон они. Фотографируется, вон много людей все снимают, фотоют. О, вижу мышку, крыску, мышку. О, на какой штучке красивой. Сыр и мышка. А вон там горка. Мне вот это нравится. Самая красивая. Ну вот все, приехала, посмотрела. И надо уже возвращаться домой. Лиля замерзла. Всех с Рождеством! Сегодня праздник! Рождество! С
встречайте, веселитесь. Отличного всем настроения. Всех люблю, целую. Все, я возвращаюсь. Иду на автобус и домой. Все, я дома. На своей постельке. Укрылась теплой пижамой, потому что очень замерзла. Пришла, отпивалась чаем. И лежу, смотрю мультики. И вы знаете, очень полезно и эффективно прогуливаться, да еще по морозцу. В этом что-то есть. Я вот сейчас лежу как парализованная. У меня такой кайф в теле, необъяснимо. Потому что когда мы засиживаемся дома, мы не получаем такие эмоции, этот драйв. Здорово. Но то, что я прогулялась, это трудно назвать. Я, как всегда, сделала пробежку, потому что я бегала, тряслась от холода. Я не переношу органический холод. И все время хотела в тепло, быстрее, быстрее, быстрее. Но все равно. Окунуться в такое и потом прийти домой, где тепло, уютно. Я сейчас лежу, даже вставать неохота. Но я захотела есть, и вот лежу, думаю, чтоб такого сделать, чтоб не заморачиваться, но было вкусно. И я решила пожарить картошки. Но я это очень редко делаю, это вредно, но иногда нужно. Еще хорошо, когда картошечку с селедочкой или с какими-нибудь соленостями. Ну, селедки у меня нет, но у меня есть бочковые огурчики. Вот я их сделаю с луком, с зеленью и картошка жареная. От прогулки кайф получила. Сейчас буду получать кайф от еды. Так что все, поднимаюсь и иду готовить. Кто сделает, кроме меня? Никто. Балдежно. Вот моя картошечка красавица, уже подрумянилась, издает такие аппетитные звуки и запах обалденный. Все-таки я решила сделать с грибочками, немножко лучку и объедение. Ням-ням. Вот нарезала бочковые огурчики, сделала лук с укропчиком в яблочном уксусе. Лук резала тоненько-тоненько. Сейчас все это буду соединять. Вот моя картошечка с жару, с пылу. Вот такая аппетитненькая. С грибочками. Вот такой салат с бочковых огурцов. И вчера я делала морковку, сыр и чеснок с майонезом. Надо доесть. Вот такой у нас сегодня ужин. Всем спасибо за внимание. Веселого вам Рождества, отличного настроения. И до новых встреч. Всех целую. Пока-пока.